Здравствуй, Динамоша. В этот день защиты детей я хочу своим ровесникам пожелать радости, счастья и здоровья, чтобы беды обходили стороной. Я очень люблю наш «Динамо Минск». И в дождь, и в солнце всегда прихожу болеть за мой любимый клуб. Динамоша, пожалуйста, исполни мое желание. Мне нравится наш защитник под номером 4 Игорь Шитов. Я просто мечтаю получить его майку с подписью. Только «Динамо», только победа. Ваш преданный болельщик Стас, 8 лет. Я получил от тебя письмо. Где мое письмо? Держи. Вот мое письмо. Твое письмо. Получил. Ты написал мне. Спасибо большое. Мне оно очень понравилось. Так, ты любишь «Динамо Минск»? Ходишь на футбол? Да. Всегда? Да. Не пропускаешь? Нет. Молодец. Так, сегодня день защиты детей. В этот день взрослые и я, Динамоша, исполняем желание. Так, маечка моя. Где моя маечка? Ой. Пойдем в машину, заберем маечку, а то я ее забыл. Опа! Привет! Здрасте! Привет! Желание исполняется, да? Бери сестричку. Это не сестричка. А, вот она. Да? Ну что, все? Поехали.